Я вас приветствую, Вербье на связи. Потрясающий горный воздух, но совсем не летняя погода, в отличие от Москвы, где жара, а здесь просто плюс 8, что-то такое. Мы находимся над облаками в этом чудесном месте, на этом знаменитом фестивале, который после паузы, по понятным причинам, в прошлом году, сегодня открытие. И мы с маэстро Валерием Гергиевым будем играть два концерта. Сначала это концерт Шостаковича, а потом третий концерт Бетховена. Мы все в предвкушении ждем начала этого знаменитейшего фестиваля, который поистине за это время стал меккой классического искусства, где в этом крохотном, таком, я бы сказал, деревенском местечке, но очень уютном, симпатичном и с фантастической аурой, воздухом и, самое главное, людьми, которые сюда приезжают. Мы по традиции проводим здесь июль, и я жду не дождусь сегодняшних концертов. Все смотрите на Медичи наши концерты. Я вас всех обнимаю. Денис Мацуев из Вербье.